А канцлер Германии Ангела Меркель завтра отправится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Их встреча пройдет в летней резиденции российского президента в Сочи. Каковы главные темы консультаций и чего от них ждут, расскажет Татьяна Лагунова. На все про все 3,5 часа, включая переговоры, обед и общение с журналистами. Ангела Меркель летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Первый за последние 2 года визит немецкого канцлера в Россию будет коротким. И, как прогнозируют в Берлине, скорее дежурным. В последнее время Меркель и Путин общались на полях различных саммитов и часто говорили по телефону. Но в гости друг к другу с визитом не ездили давно. И это тот случай, когда никто не скрывает, официальная повестка встречи сильно отличается от реальной. Визит Меркель в Сочи заявлен как подготовка к саммиту Большой Двадцатки. Его Германия будет принимать этим летом. Но в Берлине и Москве подтвердили, говорить лидеры будут о другом. Главные темы переговоров – ситуация в Сирии и на востоке Украины. Меркель и Путин обсудят эскалацию на Донбассе, выполнение Минских соглашений и будущее нормандского формата. Позиция Меркель неизменна. Пока договоренности не будут реализованы полностью, санкции против России останутся в силе. Мнение Кремля тоже известно. Там настаивают на выполнении в первую очередь политической части Минска. Темы известны, позиции тоже. Результат предсказуем. Особого прорыва от встречи в Сочи в Германии не ждут. Визит Меркель рассматривают скорее как сигнал. Германия готова к диалогу, но на своих условиях. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.